Технапарк «Карал», менавіта так ён называецца афіцыйна, будзе працаваць у составе свабоднай эканамічнай зоны. Яго стварэннем займаецца дзяржаўнае прадпрыемства «Агенцтва развіцця і садзейнічання інвестыцыям». З гэтага дня і да канца красавіка тут чакаюць заяў патэнцыяльных рэзідэнтаў. Пасля таго, як экспертная камісія зробіць заключэнне аб тым, што прадстаўлены праект сапраўды адпавядае крытэрыям інавацыйнага, можна будзе прыступаць да яго практычнай рэалізацыі. Прычым рэзідэнты атрымаюць не толькі льготы на арэнду офіс и шэраг падатковых преференций, але и добрую материальную базу. Специализированное оборудование, на котором можно делать различные изделия, в том числе из металла. Кроме этого, будет лаборатория 3D-прототипирования и 3D-моделирования. То есть она будет оснащена 3D-сканером, 3D-принтером, 3D-ручками и специализированным программным обеспечением. И вот либо это резидент технопарка, либо это человек, который занимается стартапом, он может реализовать свою идею с помощью этого оборудования. Приходит и определенное время этим оборудованием, этим офисным помещением пользуется. Поэтому и называется Центр коллективного пользования оборудованием. Проект «Технопарк Карал» довольно масштабный. Зараз размова идет об уведении двух первых пусковых чергов. У мая этого года открылся так званый Центр коллективного корыстания. На початку наступного – шестиповерховый будинок с офисными помешканиями, конференц- и тренажерной залами. По словах архитекторов, яны имкнулись створить для резидентов максимально комфортные умовы. Некоторые тяжкости узнікалі ў сувязі з тым, што прыходзілася пераўтвараць былыя вытворчыя памяшканні, але з пастаўленымі задачамі справіліся. У новым тэхнапарку знайшлі месца нават для цэнтра па навучанні сучасным лічбавым тэхналогіям у гомельскіх школьнікаў. Это подрастающее поколение, которое развивается и которое нужно развивать. Поэтому в здании, которое сегодня перед нами блок А, на первом этаже будут предусмотрены специальные зоны, где дети могут развиваться, могут с ними может происходить обучение. При этом, если у них возникают какие-то идеи, и идеи достаточно перспективны, то их здесь можно и реализовать. Генеральный подрядчик будовництва гомельского технопарка «Карал» – открытое акционерное товарищество «Гомельпромбуд». Агульный кошт двух пусковых комплексов – 12,5 миллионов рублей. Зараз освоена прикладно полова сродков. Хоть вельми вероятно, что выниковая сумма окажется меньшей. В усиляким выпадку уже сегодня будовники кажуть об экономии. Идет параллельное проектирование, и удешевление происходит в принципе по мере работы. Определяется оборудование, которое по тендерам условно стоит одну стоимость, закупается гораздо дешевле, либо просто дешевле. Вот. Ну и сами материалы, которые используются здесь, материалы, которые идут на сети, а здесь очень много насыщенные сети, и видеонаблюдение, и система доступа, и серверная, то есть пожаробезопасность, пожарная охрана, здесь очень много систем, кондиционирование. В процессе работы они тоже, по факту, были удешевлены, так получилось. Это хорошо. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадио, компания «Гомель».